Пик, апсила какого-нибудь. Да, давай. Это давай, не контрпик. Не контрпик? Yeah. Да. Совсем не контрпик. Я не буду апсиду брать. Он не будет ничего делать. 70 на 60. Вообще, против вот этих трех героев мне очень сложно кого-то подобрать. Там два ультимейта, которые идут в БКБ. Причем один из них даже через линку. И прыгающий герой. Типа, нету такого героя, которым бы я сейвово себя чувствовал. Плюс еще и Легион, и Пасма. Так что, тут непонятно, что делать, если честно, сразу. Надо кого-то брать тебе фоба, чтобы ты мог танковать жестко. Походу. Ну, типа, или Тимбер, или что-то такое. Или Клокверк. Ну, можешь взять на мидл героя. Я могу в лес пойти Фурионом, еще такой вариант. Этот нормально против этих героев будет, Фурион. Или на легкую я пойду. Ну, тебе да, тебе на мид. Хорошо, я в лес с Фурой пойду. Фура где-то есть. 15 секунд до крипов. Я не проверю уже эти. Ну ладно. Кто на миле будет? Непонятно. Сколько на миле? Фурион, Фурион, ты по фарму чемпион! Прекрасные принты. Где ты взял таких? Ты не поверишь. Вот все, что я насобирал на Фуриона, я насобирал сам. Вот так вот. Ничего себе. Да, я много насобирал на него, на самом деле, шмоток. Я его еще поразбивал еще целую кучу, еще кому-то поотдавал. Хекс на Фуриона отдал этому, видите. Потому что мне не жалко, я добрый чувак. И вот тут был герой. Ты уже приплыл? Фобосня? Хорошо, он на фастботу. Значит, боту ему можно будет отжать. Можем ее с разворота. Давай, не стрела. Ничего достанет. Давай с нулем армора, сатирщик, сейчас мы тебя покромсаем. Она у тебя в спине, Леша, вообще. Я знаю. Кто у них там еще? А, так не несет еще ботался? Ну давай, где курочка? Да блин, она достала уже. Ты погиб? За мной крипы бегут. Вот это я встрял. Ты мне поможешь? Я выбежал. Единственное, что надо сделать, это поставить вард. ДД. Куплю тебе, поставишь себе сам. Встал. Сейчас. Крипы к тебе сейчас пойдут назад. А нас ДД. Я курицу ему бил, так что ты перестань плаксунить. У меня в каждой игре такое, я не знаю, что ты хочешь. Это делают, а нас что это такое? Она вон идет сюда. О-о-о! Куру не отдай только. Я сейчас ей фидану, она второй левел взяла. Я к тебе тоже иду, если что. Давай развалим, я тоже приходи. Баночки маны тратить, если мне их сбивают по-глупому. Мы можем с веркой убить Штарматова.
иду к тебе с фордами. Изи! Everybody! Everybody! Реген, разбейте снизу. Я заберу. Точно? Не заберешь. Могу его справа свалить. Пошли. Не ожидал, крыса! А, лесная! О, киллинг спри! Уходим отсюда, уходим! Это печаль! Магнуса. Опа, неожиданно развел на стан! Everybody. Everybody. Снизу Донни тусит. Мы идем убивать Шторм Спирита. Не спеши вязать его. Давай, вяжи! Ой, что тут у нас такое? Не ожидал. Ха-ха. Ну что ты делаешь? Какие ракеты? Не надо бить Мидас. Ту Крипс. Оба Мирана может тебе прийти. Everybody. Могу помазать. Давай. Everybody. Я с ультой, ребята, убиваем? Эхе вульт. Коу. Где эта кошка? Наверху. Аккуратно. Так, не пойду. А вот кот. У меня ульт, ребята, давайте. Руна сверху кот. Ну уже. Без мастер мисс кот обходит тебе. Мне сейчас там надо получить. Да-да-да-да-да. Так, они идут наверх. Everybody. Давай, Кунка, сажай на крест уже. Давай, я с ультой. Запускаю. Ой, как залетело. Ой. И у нас Кунка выжил, отлично. Ай, ну какой он опять мне банку маны сбил? Ну маленькие крысятки, а? Пойдем пушить наверху или что мы делаем? Я пошел бы где-то убил. Вперед, ну шторма ты вряд ли убьешь. Что? Ну, он 6 уровня, как ты его собираешься говорить? Ну, 450 жизни. Стейки на склайн, пойдем убьем. Окей. Убей же его. Нет, а ты зачем пролетел? Я не летел, он не видел. Ну, так, конечно, не убьешь, если сит. Его не бьешь, если помазать с вами. Мама просто не тратил ульты. Не переживайте, ребят, я затащу эту катку. Сорокан. Так, у меня все спать дают, ребят. Простите. 400 маны еще, типа. Есть ульта? Нет ульта, но я лещу так. Ха! Не ожидал, крыса пёс ты лесной. Теперь есть ульт. Пригодится? Да. У нас Кунка погиб. Плохо. Соло без мастера? Угу. Он много имеет уже. Ой, летит шторм. У меня есть минус давно.
меня уже стаф в визарде есть. Есть еще полный бомж. Ничего страшного, все хорошо. Я сейчас ультану. Ультую. Топчите его, ребята! За всю боль. Опять почему? Там же номера, ну. Надо сатирщиков пойти моих добить, слабеньких. Я даже не думаю, алё, Кунка, даже не думаю. Я бы где-то пушил на самом деле, но вы нигде не пушите. Мы можем их убивать, ходите все. Убивайте. Убей, Фурион, ты чего? Ну, надо помощь. Я хотя бы твоего ульта дождаться, когда он у тебя будет. Через 40 секунд. Я могу прилететь, но сделать только удар могу. О, в смоке вышли. Я не лечу. Ну зря, ты чё? Ну давайте. Чё-то не пролетал. Чё представляешь? Всё тебе надо на меня покричать, я не могу понять. Что ж ты такой натиган? Успел купить поясок Магадара, вот идёт, смотри. Вижу. Можно его забрать, я сейчас не включу. Шли? Что ты от меня хочешь? Я направил на него тринта. Нет, крипусики. О! Тут птичка, кстати, где-то была. Сплэш! Смэш! Надо потом убить, что у нас что не получилось. Ого, там девятый или... Пошли тебя за спину, Кай. У меня ничего нету вообще, я только сдохнуть не могу. У меня сейчас некр будет хотя бы первый. Мастер идет сюда. Все путем, отвечаю. Вообще отлично. Такие катки не отдаю. Я им такую Red Dot устрою, которую они в жизни своей не видели. У меня будет адмирал Бульдог в кубе просто. Ульт есть, Таня? Ульт, Таня, да. Нет, 2 секунды, сейчас будет. Запустил. Не добрал. Подмалыш вас верхней линии куда-то? Не, ну там без мастера зато. Шторм прилетел вниз. Я лечу вниз. Ну вернее, шторм мид прилетел, я вниз лечу. Ну-ка давай. Значит, вниз ты говоришь прилетел. Сейчас мы с тобой пообщаемся на эту тему. Вышка. Я кардолёт успею включить. Хорош, давайте еще 200 дэмэжа. А я вышку топлю пока. Нам вверх надо дефить будет. Леша, ты механизм будешь делать? Леша? Леша, все, провалился, смотри. Не хочет с нами общаться. Ему пишут Леша красава, а Данила маслина или там маслена, или кто там вообще. И Леша перестал с нами общаться. Ты шторм спирит. Вводим тринтов от него. Кто-то гнется еще? Да, я ультану. Я ультую.
Через 9 секунд могу, ладно, я с простого телепорта лечу. Не успел даст купить. Последние полсекунды. Ой, не того продал, ладно. Пусть сидит. Леша, не сбегай туда. Я вам просвечу справа там. Я в спину могу зайти. Да все, что мы здесь уже все сделали, что могли. Ладно. Да. Пошли, пошли. А у нас что-то намазал, тип. Ну, катапульта жива и тринты есть, все. Вышка наша. Некро 3 есть. Птицу еще, может, развалю сейчас. И не развалю. Кто-то стрелу ловит. Вот, все, я улетел отсюда, у меня ульча. Я вниз лечу. Буду пушить. Жестко. Жестко и резко. Как резкий и жесткий парень. Давай телепорт купить. Перед пушем. Дайте мне нижнюю ручку, да? Да-да. Тоже это этим ка. Я говорю, я фурион по фарму чемпион. Еще вопросы есть? Задавай. Можем дальше идти. Наверху шторм еще. Мало умерла. Идемте, мид. Там ТП-шится только. ТП-шится без мастер, не издевьте. Не надо его пока уходить. А, мид так вообще замечательно, чем мы уходим? Может, мы его посмотрим. Летит шторм, вот это печально. Хелп. Мне хелп. Ой, Сайленс, красава, Лёша. Он все-таки меня достал. Ну, блин. Я приехал. Фурион, по фарму чемпион, беги, Фурион! Я скупился. Ну зачем ты ушел, Саня? Мы же с мастера убили. Это было неправильно. Ну как показала ситуация. Да никто не пошел, там летел шторм, оттуда уже не уйдешь. Там надо было быть втроем, если бы ты там был, мы бы убили и Шторма, и Магнуса под глобалом, вообще бы их посмывали. Mm-hmm. Я словил еще двоих спраут. Замечательно, у нас бы не умерло двое. Не знаю, я легко ушел, не знаю, как вы там остались. А чего попробовали? Я... Ну, можно, но там наверняка Шторм где-то рядом. Окей, лещу. Ну да. Плохая идея. Очень плохая и глупая идея. Не знаю, почему я повелся. Кстати, она тебе такой не показалась. Она мне показалась плохой и неудачной, потому что никого не видно на карте, очевидно, где они есть. Но я все равно попытался, потому что я всегда так делаю в нашей команде, по крайней мере, в Нави. Если кто-то что-то предлагает, мы делаем безотказно. Потом после игры обсуждаем правильность или неправильность. Так я зачастую и умираю, между прочим. Танк,
Я мида с нее зал полтора года. В общем, печально все. Давайте просто фармить. Вам вам спасибо, Фобос, за идею. Можем Рошана убить. Давай. Через 20 секунд. Хотя можно и быстрее. Да, можно и быстрее. Лещу на Рошана. Все, грубо говоря, все идеально. Просто... Ладно. Пока ты не убежал и не посоветовал. Давай так будем рассуждать. Забирайте. Не надо. Вот здесь Магнус фармит. Кого-то словил бы сейчас. Захватить. Я тебе показывал, Магнус вот здесь сейчас или здесь. Скорее всего, первый. У меня ульт через 2 секунды. Запускаю. Ой, помогите, помогите. Можем низ идти ломать. Или дефить вверх, он 200 маны, шторм. Ну, мы не пойдем, не проблем, мне кажется. У меня некро 3 будет через 8 секунд. И типа, ТП уже почти есть. Мы можем что-то поломать. Ну, ману с ультимейтом, скорее всего. А можно не спешить, все равно выиграем. Эй, Визя. Пичка. Пичка. Корни. А, вот так вот. Ну, нет, ульта нету. Я лещу сзади. Вот там печаль, по-моему. Кого ты убиваешь? Определись. Есть ульт. Запустил. Все, конечно, такие печальные по ПХП. Сейчас попробую кого-то ману сбернить. Оп. Никого не убили по этому, да? Да. У нас те, кто могут фокусить, поумирали. Конечно, я не умираю от таких козявок. Ты будешь прыгать? Да. Я не слечу. Что мне не задуэлил? Побоялся. Ты слишком сильный в дуэлях. Такая идеальная игра была. Почему я всегда должен засрать свою идеальную игру? Когда все так замечательно. Не способен тупо доиграть до конца нормально. Успел забернуть. Ладно. Маловато у нас сегодня фракканов на команду. Пошли, Дань. Куда? Это, я? Ну, я там. Не буду вижу. Я улетел. Иду тут в ульте, по-моему. А, да, окей, бегу. Ну, хоть кого-то побрейте, пока есть возможность. О, бесмастер, бесмастер. Смотрите, на вышку добить, короче.
Устафа нет. Своего легиона. Он проел. У меня ульт скоро будет. Ну ладно, они все красные, можно побить вышки там. Не гони надо, тогда если мы делали гораздо больше. Вперед. Тысячу сто осталось. Я просто все кастую, а потом как бы под мали. Летает и поехал как кусок. Можете свой лес пофармить. Дото! Идем туда? Кто это? Я отправил туда тринта. Ой, лучше уходи, походу. Понятно. Хотя бы дуэль не проиграл. Теперь знал, что там легион, я туда не пошел. Так это легион, ты говоришь, идем вот этого, это был легион. Да я спросил, кто это. Не-а. Ты меня продамажил. Есть? Нету, только что давал. Нет. О, выжил. Очень маленькие эти типы. Что все? Ультую. Хватит фидонить. Потерпите чуть-чуть, да и все. По хп всем снял. А скучно терпеть? Ну надо, чтобы выиграть. Мы так и проиграть можем-то. У нас типа лейт такой себе. Ну это орда КБ. О, можно убивать снизу. Он без маны, кстати. Мистика нету. Типа так скиллами мажет, я просто в шоке с него. Вот, на кунке который. Рошан скоро жив там, не помнишь? Даже может я сейчас поеду. Ладно, я тогда добью себе все-таки 850 копеек. У меня ульт есть. На текст бы тут не помешал. Я сделаю после рефрешера. Ни одного точечного не заебу. Есть. Ну, нам так сложно, всяких штурмспилей. Я в любом случае не дерусь. И мы не деремся, их слишком много.
На шторма не хочешь попробовать? Ну давай, я лечу. Прям на него. Ого. Ну, Санёк. Это было жестко. Я все говорю, должен был попасть. Для того, чтобы попасть в него, надо нажать на его иконку, короче. На Ярочку попадаешь. Ой, аж сердце заболело от смеха, реально. Огнобишь тут кунку с его мясами, ну да, ну да. Ну вот так. Вон, они попадают на полкилометра. А здесь, походу... Гол, сюда. Плоскость другая была. Вот это. Что он стоит на меня прыгнул, смотри. Ну, он тебя, может, и убьет. У меня КД с полов. Да, тебя убили. Мне никто не помогает с Рошаном. Ну, я понял. Мы будем Рошана убивать? Прием. Я уже надоело умирать, честно говоря. Ну, перестань умирать. Я сюда пришел, там вот тут все были. Кто виноват? Обычно. Заберите Аегис только. Тут сюда уже идут. Лёша, схватишь? Ладно, я сейчас продам как же шмотки. Как тебе такой план? Не стоит продавать ничего. У нас игра может затянуться. Я бутылку продам. Это что с ним? Все мисс. Осторожно. Я не могу ничего фармить, как глоперка. Успокойся, пушу, все нормально. Леса не фармлю. Это просто скучная игра. Такое мотто. Вообще бомжеватая, кстати. Я заметил. Что зря вы потратил? Чего? Я с... У меня еще один есть. Еще один некро будет. Их надо ак. Это какой походу. Я могу манусы прыгнуть, любой момент, но у него этот есть. Не надо, не надо, не надо. Он прыгнул. У меня уже ничего нету, я улетаю. Тогда уходим. Мы сайт ЖП. Добиваем вышку. Все. Напали, кстати. Ну так уходите, что там тусуетесь? Оставь кунку уже, ху-ху, хер с ним. Наш мейн керри. Такой себе он мейн керри. Вышку убили, убили. Ничего не потеряли. Зачем там стоять? Из респани не выйдут никогда. Можете фармить леса, свои, чужие. Прикинь, что там спирит убивает. Никс. Кого он убивает? Меня убивает, меня так умер. Так ты ходишь, фидишь где-то сам в непонятных точках. Ты же сказал, вот тут лесу, пошел в лес. Там он тебя не убивал ни разу. Только когда ты нападал на кого-то. Да не было такого, все, короче. Да было. Уманись. Кого без мастера внизу? Там три героя тут еще. Четыре даже героя там. Все кроме что спирита. Но я могу прыгать. Прыгать? Ну, можешь попробовать. Достой.
кто спится. Смотри, смотри, смотри. Норм. Одного завалили вообще, сова. Ну, я думаю, у него байбек. Там, смотри, ВР-ка еще ловит. Я лечу, лечу сюда. Ой, хорош. Он идет в инвиз. Не, не ушел. Ну все, ломаем. Байбек есть. Судя по тому, как они играют. ВР-ка красавчик, молодец. Я там сколько не успел, он как... У меня уже почти хекс. Говорю, не беспроигрышная срота. Если аганим делать каким-то четвертым айтемом, типа, это я еще перед хексом. Надо было еще хекс сделать, а потом аганим, потому что рановато я его все-таки сделал. Тогда и вы, типа, будете со шмотками. И потом просто ты их на базе зажимаешь, и все. У меня скоро будет два некра, еще одна ульта, так что просто ломаем все. Мы не полагаем из этого, на самом деле, сессион сильно. Ну, я говорю, чуть-чуть рано, надо было просто четвертым айтемом сделать, да и все, аганим. Я это потестил для себя, я до этого делал после. А, вот это печально. О, хорош, Леша, красава, нет! Тихо, бежим, бежим, бежим. Ну-ка. Смотри, как их просаживает. Даже непонятно от чего. Сейчас встанет меня. Ой, куда ты летишь? Вызвал новых некрачей. Вон же штатман, блядь. Ну хер с ней, чё. Я делом занят. Сбернил его. Я бы отошел бы. Ходим. Летит бесмастер. Он меня достанет, по идее. Ребятки. Не. Ну все, ты умер. Ладно. Выкуплюсь, пожалуй. Чтобы не выпустить их. Да они так не выйдут у него. Ну ладно, хер с ним. Хиксу тогда куплю. Курицы нет. Хотя советую тропиру, я даже не знаю. Может тропиру? Ну, у меня для рапиры просто шмотки плохие. У меня мало демажа от экспида. Сейчас бы была бы моя первая смерть. Типа, если бы я тебя не физил. Которая, ладно, еще как-то адекватно заработана. И то я мог тэп-аут делать сразу после того, как вызвал тринтов или не вызывать тринтов, потому что, очевидно, когда был байбек, надо было сваливать. Сейчас? Да. Ну да. Сейчас такая, типа, ошибка еще более-менее, а те были слишком очевидные, типа. Против них можно просто делать минус и сидеть 40 минут. Меня ультанул без мастера. О, нет. Ясно. Feed incoming, как говорится. Мой супер ультимейт. Killing spree, double kill. Шторм пошел, всех убил. Прям в рифму. Слушай, Амидас, можно юзать с рефрешем? Нет. Черт. Может, и можно, уверен. Может, потестить. Но Тинкер его не рефрешит, допустим. Мастер всю ману выжирает. А меня убивают. Кто? Шторм. Видишь, какой он меня набил. Я ему сбернил ману. А чё, говняный, нормально. У меня есть байбек. А? Как-то. Ловите их. Вижу. Там два типа аута. Нормально вы ловите. Гора Шана. Сейчас, когда шторм оттуда улетел вообще, я тупо непонятно. На лету убил. By your gun, damn.
Goddamn items, Donji. No problem, no problem, team. Calm down, calm down. Bang. Hex. Прикинь, два хекса шторму в лицо. О, как он будет беситься. У него БКВ. БКБ, конечно. Кому это ты расскажешь? Что-то вы его пофидели, посмотри, в натуре купил себе почти шилу. Или уже купил. Вот это вы фидаки, фидончики. Фидомены. Я могу, кстати, забрать Аегу, если хотите. Ну, вы просто пристрелишься, ты особо ничего не сделаешь. Я сделаю. Много уже. А, не, ну ладно, бери, бери, бери. Бери, бери. Сыра, Еги, забирайте, ребята, все ваше, дарю, дарю. Надо, чтобы мне БКБ принесли. Я их, кстати, из-за тебя не забрал. Из-за меня не забрал? То есть ты считаешь, что я взял свой хекс, это плохо? А? Нет, в куре еще был боковой свиток, который у меня собирался в одну шмотку. Я мог брать ему. Да, можно два раза медасить, вот эта острота. Смотри. Смотрю, лечу. Нет, не лечу. Теперь лечу. Кого из них можно? Я понял. Фиксую шторма. Лети просто брак, давай, да. Ну, я уже не смогу. Там Верка молодец, ломает. Смотри, даже поломала один барак. Пали, потому что у нас тут варбу не было. Вообще, я прилечу куда-то в нимфу из ты. Нет, он птицу вызвал. Не, не вызвал. Норм. Норм сижу. Далеко лежу. Давай. Тише, тише, тише. Жизни, да? Мне надо ждаться телепорта. Я вызвал тринтов и тп-аут сделаю. Ты планируешь уйти? Да. Не знаю. Я знаю. Давайте тринты, давайте, топи, пацаны! Собрались, ёпта, давай, давай, давай! Ну, почти. Крыщей не хватает. Стаба блюскери. Вырк у нас молодец. Ну, по-моему, я здесь сделаю выпад. Так, срочно, так вот. Они все почистили! Черт возьми! Крысопсы лесные какие, а? Ты прикинь, он меня стоял там ждал. Ты жесть! Это была самая глупая смерть. Что делать? А, ну да, все, подохло. Сейчас, если меня второй раз убьют, будет печаль. Мы можем уже ничего не выиграть 5 на 5. О, очередной килл. Нет. Там рефрешер, по-моему, у Магнуса тоже. Я фармлю экспу, короче. Разослать и все. Сколько у нас некрачей? Только двое. Она мне байбек еще, наверное, фармить и подождать. Кое. Я нигде не рисковал сейчас. Можно так и проиграть. А у Магнуса нет рефрешера, все. Сейчас ультану. Я прилечу, вызову там некрачей, отправлю. Какой-то. Ну блин, как я провтыкал его? Ну форстафайте меня, я вас умоляю. Ладно, печально.
Ой, как я провтыкал это дело. Я должен был 10 раз отойти. Ой, как это напрягает в такие моменты, когда остается один долбанный барак на каких-то 300 хп, который даже не регенится. И вот начинается это поплава. Одна за другой, одна за другой. Мы могли, кстати, с тобой закомбинить. Я ТПА, вот ты хук в нём. Так тебя убили. Да, но мы могли закомбинить это. После притяжки у него больше нет. А? Не понял. Вот что нам сейчас делать? Это вопрос. 50 секунд? Корабли с памяти, торренты. Не лезть. Я не хочу отдавать. Я прыгнул, да? Ну, ты умрешь, у тебя есть байбек? Да. Так что ты хочешь? Дать бараки, да и все. Это было, конечно, галимо. Саня, отойди, шторм может быть где угодно. Он прыгнет, он тебя убьет. О, шторма с ними не было. Ну, по факту теперь просто стоим. Сейчас в БКБ одной шмоткой прыгает и убивает. Окей. Круто. Наоборот, не круто. Где у меня есть байбек? Легион. Легион, легион, ты по фарму чемпион. Ты все-таки закрыси у него. Да, у меня будет байбек. Вот, просто не брали, а не, не будет еще минут. Все, короче, я ВК. Буду ультимейты бросать с респа. Кстати, хорошая идея, в часики подают. Скажи кунки дать марку в последний момент, когда ты это делаешь ТП и юзаешь некра и на марке назад. Норм? Неплохо. А, они последний пуш пошли. 40 секунд меня не будет еще. 30 будет байбек через 30. У нас минус кунг. Я не минус, еще жив. У меня будет один ульт. 30 секунд поживите, они по-любому на миде. Ну, Сань. 30 секунд поживи. Назад. Мы сейчас так пофидоним, да и все. Ой, хорош. У меня через 5 секунд байбек на все. Еще нет, есть? Нету пока. Чаще, три карты. Да. Там кулон БКБ. Хотя нет, если у меня... Идем Рошана убьем. А, вот этого? Где-то напасть. Ну так не надо, уйдите. Зачем нападать вообще? У нас мега крипы, пусть пушат со всех сторон. Я сейчас ультовать начну. Типа это так глупо.
на мой взгляд. Они и так не справляются с крипами. Тут Фурион еще с агонимым рефрешем. Че? Хотя не, они справляются, у них с пуша. Вот у фуры. Справляются. Могут бесконечно долго справляться. Твоя ульта ничего не делает. Тише, тише. Опять разнылся. Спокойно, спокойно. Еще БКБ куплю. Просто ты не представляешь, как это скучно. Да ты всю игру ноешь, реально. Я не представляю, как так можно жить. Я не ною просто. Конечно, конечно. Сейчас чатик спросим, ноет Фобос или нет. Чатик, подскажите нам. Ну, у тебя сейчас надо этот аганим рефрешер продавать, по идее. Что ты за фармил? Блин, ну я опять сюда выбежал. Хер знает куда. Еле ушел. Отвечаю, такой трэш. Вот там ультимираны. Угу, они с перепугу. Рошан, отлично. Сидят, пока им не надоест. Это такие, которым не надоест. Ну хорошо. Дэнди Масленок пишут. А не-не-не, не хочу. Масленком я быть. Что тебе, что ты будешь какие-нибудь вышки под этим, под троном? Ну что делать? А теперь нужно их победить уже. Ну нужно. Или фидануть, да, и они пойдут троном снесут. Да. Но они сильнее, потому что мы бомжи реально все. Ну, кроме тебя. Нет. Ты меня уже топасти. Кинь он тебе. Давай топасти. Не-не. Вроде они не ожидают. Не, сам не надо тратить. Ща. Так, а ты хочешь тыкнуть, я что сделать? Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Три глиф потратили. Надо отойти. Да. Ну, под него грипами мы можем подраться. По идее, существенно не понимаю, что будет он давать. А да пойди еще поплаксуй. Че ты? А? Ну вон, смотри. Ну, БКБ. Он его не юзает. Окей, я прыгну. Смотри, я его даже закрою. Эй, помогите выиграть. Меня стянули. Я живу. Меня через все пытаются убить. Я живу. Юзаю хекс на Фуриона. Рефреш, еще одно БКБ. И кто победитель в этой лютой катке? Лечу за Магнусом, хексую. Ого, не ожидал, крыса ты лесная. А не крачи против инвиза, думаешь, нет у меня? Вот и все. А этот плаксунит, плаксунит. Игра скучная, все плохо. Ой-о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 й
что-то тем временем 33-33. Что бы ты делал без лютого лесника? Мы выиграли минут 30 назад. Да? Ну, если ты... Да? Если бы ты так же сыграл в начале, как сыграл сейчас. Ага. Интересно. Ну ладно. То есть мы вначале перевернулись, легко выиграть. Начали заниматься Юрдендой, я сдох раза три подряд.